В Казахстане образовался дефицит автомобилей. Новую машину сейчас купить практически невозможно. В автосалонах очереди клиентам приходится ждать по несколько месяцев. Оказалось, что в стране резко вырос спрос на транспортные средства. И виной всему, в том числе, пандемия. Кто-то откладывал покупку из-за постоянных локдаунов, а другие решили приобрести транспортное средство в целях безопасности, чтобы минимизировать контакты с другими людьми. За 9 месяцев этого года казахстанцы приобрели уже 86 тысяч новеньких авто. И это на 36% больше, чем в прошлом. Автомобиль остался единственным способом для того, чтобы передвигаться относительно свободно как между городами, так и в самом городе. Ну и кроме того, передвигаться безопасно, потому что личный автомобиль, ну, логично, это личное пространство, которое не нужно делить с множеством людей, и таким образом можно избегать скопления большого количества людей. Но причина не только в высоком спросе. Машины не успевают привозить и собирать здесь из-за отсутствия запчастей. С дефицитом электрочипов столкнулись производители. Товар застрял на границе с Китаем. Вся эта ситуация уже спровоцировала рост цен. Причем не только на новые, но и подержанные авто. Ирина Криштоп о колесной запаре. В Казахстане закончились новые автомобили. Алмаз Куанышулы еще в августе выбрал иномарку казахстанской сборки и внес 10% предоплаты. В автоцентре обещали, что уже осенью мужчина будет рассекать по столичным дорогам на новеньком седане. Общая сумма, ну, где-то 6 500 000. Без предоплаты они не будут даже на бронь ставить заявку, не будут дальше на склады заявку делать. Говорили, что машина прибудет от месяца до 3 месяцев будете ждать. Но уже 3-й месяц пошел, нам так и не пришла машина. А когда придет, может стать дороже. Насколько вырастет цена, в автоцентре не уточнили, но объяснили, почему «Алмазу» до сих пор не выдали ключи. Они обосновались тем, что нет каких-то оборудований, чтобы собрать саму автомашину в заводе. Но я думаю, сейчас как-то 21 век, нет такой проблемы. Большие проблемы возникли из-за маленьких электрочипов, уверяют специалисты. Они сейчас в дефиците, а без них ни одна современная машина не поедет. Заводы, где производят микросхемы, долгое время были закрыты на карантин. Производство микрочипов, оно сосредоточено в странах Юго-Восточной Азии. Когда производство микрочипов было вновь запущено после локдауна, той производственной мощи, которая изначально заложена на этих предприятиях, ее попросту не хватило и не хватает до сих пор. За чипы автопроизводители теперь бьются с IT-гигантами, но проигрывают. Англия, Япония и Германия уже сократили производство машин примерно на 40%. Из-за пандемии в целом возрос спрос на чипы во всех странах мира по всем продуктам абсолютно. Это и медицинские изделия, это и компьютерная техника, и разного другого рода техника. Ну и, конечно же, автомобили, к сожалению, в приоритете в этом отношении. Тяжело достается ценный товар и Казахстану, но производственные мощности, к примеру, на этом алматинском предприятии сокращать не стали. О поставке микросхем в нужном количестве удалось договориться с Кореей. На этом заводе автомобили производят из готовых деталей. Сначала кузов, затем покраска, а после установка всех необходимых элементов. Перед каждым этапом авто проходит тщательную проверку, уверяют сотрудники. За 9 месяцев с конвейера здесь сошли 20 тысяч автомобилей. В ближайшее время готовятся выпустить почти 2000 машин. Но ни одна из них в салон не попадет. Дело в том, что все эти новенькие легковушки казахстанцы уже раскупили. Ждут сделки еще 6 тысяч человек по всему Казахстану. Пока с ними контракт не заключали. Но директор компании уверяет, машины достанутся всем. Если мы в этом году планировали произвести 25 тысяч автомобилей Hyundai на нашем заводе, то по нашим прогнозам мы до конца года произведем 29 тысяч автомобилей. Понятно, что эти автомобили на данный момент могут быть недоступны, то есть необходимо немного подождать. Ждать придется, пока грузы из Кореи не пропустят в Казахстан. Комплектующие для сборки авто застряли на таможне в Китае. Очередь, говорят автодилеры, не двигается почти полгода. Когда происходит какая-то вспышка на каком-нибудь порту, то есть порт закрывается, соответственно, происходит санитарная обработка всего порта, всех контейнеров и так далее. Плюс экспорт
китайских товаров в Европу – это приоритетная задача для Китайской Народной Республики. Соответственно, транзитные грузы остаются на вторую очередь. Сломались логистические цепочки поставок. Длительный простой в 3 раза увеличил стоимость перевозки груза. На выходе авто отечественной сборки тоже стали дороже, но всего на 6%, уверяют в компании. А вот импортные машины подорожали до 15%. И, казалось бы, дешевле купить подержанную легковушку, но и здесь не все так просто. На вторичном рынке цену устанавливают потребитель. И вот по сравнению с 2019-2020 годом, в 2021 году на этом рынке видно рост цен порядка 30%. Люди, которые купили новые автомобили в автосалонах в прошлом году, сейчас перепродают свои транспортные средства дороже, чем они купили. Старые авто продают по цене новых. Популярную марку кроссовера в салоне предлагают за 17 миллионов 790 тысяч. Правда, сесть за руль владелец может примерно через 4 месяца. Машину должны собрать на заводе. На улице такой же автомобиль, только на 3 года старше, стоит дешевле, но всего на 500 000. Зато на нем можно уехать сразу после сделки. А пока казахстанцы устраивают гонки за дешевыми машинами и часто встречают мошенников. В столице полицейские разбираются в скандале. Там автоцентр предлагал товар по ценам ниже рыночных. Люди несли деньги, заключали договоры, но свои седаны и джипы так и не получили. Это были арестованные машины через аукцион в банках. Типа то есть, так говорили. Да, они так говорили. Те, кто брал в залог, в кредит, кто не смог выплачивать, они эти машины арестовывают, выставляют на аукцион. Они выкупают, небольшую накрутку свою делают и предоставляют, продают нам уже ниже цена, чем в других автосалонах. Салон уже не работает, а владельцы угнали 7 миллиардов тенге у 400 человек, утверждают клиенты. Но в погоне за авто потерять можно не только деньги, но и здоровье. 33-летний алматинец отправился за покупкой в пригород. Оттуда уехал на карете скорой помощи. Продавец нанес ему несколько ножевых ранений и отобрал 10 миллионов тенге. Данный гражданин был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, зарегистрировано Управление полиции Бишкекского района по статье 192, часть 2, пункт 4. Алматинка Нургуль Альменова с криминалом не сталкивалась, но серьезно ударилась от цены. Цены сейчас на данный момент, они космос просто. Поднялись цены где-то порядка на 1,5–2 миллиона тенге. Нургуль продала свою иномарку в июне за 4,5 миллиона. Рассчитывала приобрести подержанное авто классом выше. Когда бросилась на поиски, поняла, что лучше притормозить. В сравнении она стоила, можно было ее купить за 7 миллионов. Я искала машину, которая чуть выше той, которая у меня была. Я думала взять 50-ю Камри, да? Но вот они сейчас стоят где-то в пределах 9 миллионов тенге. При этом, говорит Нургуль, состояние подержанных машин не соответствует ценам. Убитая машина, вот с виду вроде бы такая конфетка. Едешь, потом загоняешь ее на СТО и выкатывают тебе большой список и говорят, ну, как бы придется вложиться еще и там 200-300 тысяч тенге. Такое поведение продавцов вполне естественное, объясняют экономисты. В стране большинство машин старше 10 лет. Казахстанцы хотят скорее избавиться от автохлама. Новых автомобилей в нужном количестве нету, и цена у них заоблачная. Ну, естественно, люди обращают свой взгляд на вторичный рынок, на свежие автомобили с небольшим пробегом, с небольшим 2-3 года количеством лет эксплуатации. Сегмент рынка сразу реагирует повышением цен. Пока само государство не решит эти проблемы, которые само оно и породило, ситуация будет только еще больше напрягаться. Чиновники уверяют, контролировать цены они не имеют права, но чтобы стоимость предпринимателей не завышали, освобождают их от уплаты таможенных сборов. В целом по автомобилям государство обеспечивает всеми необходимыми мерами, поддержками по налоговым и таможенным льготам, освобождает от определенных уплат. Решить проблему с застрявшим грузом в Китае наши чиновники, кажется, не в силах. Ни одно министерство не рискнуло рассказать, какие меры государство принимает, чтобы до Казахстана, наконец, доехали новые автомобили. Эксперты уверены, дефицит продлится как минимум до июня следующего года. Ирина Криштоп, Бахтияр Даркеев, Айман Егинбаева, Сулужа Разбаева, Азамат Иксанов и Ламзар Люсан. Большие новости.